поаплодируем самым юным участникам. Мы сегодня проделали большую работу для того, чтобы вам привести супер крутейший трек. И его знают абсолютно все, от маленьких детей до взрослых наших бабушек и дедушек. Я уверена, что этим рекомендациям на самом деле все знакомы, все знакомо, все правильно, все как должно быть. Песня великого человека с фамилией Высоцкий. Песня называется «Утренняя гимнастика». Не спешите, 3-4, бодрость духа, грация и пластика, общее укрепляющее, утром отрезвляющее, если же в пока еще гимнастика, общее укрепляющее, утром ободряющее, если же в пока еще гимнастика. Если вы в своей квартире легте на 3-4, выполняйте правильное движение. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, в ног глубокий до изнеможения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, в ног глубокий до изнеможения. Очень вырос в целом мире, грипповирус 3-4 ширится, растет, заболевание. Если хилы сразу в гроб, сохранить здоровье, чтоб применяйте, люди, обтирание. Если хилы сразу в гроб, сохранить здоровье, чтоб применяйте, люди, обтирание. Разговаривать не надо, приседайте до упада, да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не мется, обтирайтесь, чем придется, водными займитесь процедурами. Если очень вам не мется, обтирайтесь, чем придется, водными займитесь процедурами. Мы в ответ бежим на месте, в выигрыше даже начинающий. Красота среди бегущих первых нет и отстающих, бег на месте общепримиряющий. Красота среди бегущих первых нет и отстающих, бег на месте общепримиряющий. С нами. Вечерней привет, гимнастики. Привет, привет, привет. Оксана у нас, да, самая футбольная артистка страны, мне кажется, Оксана, да, это да, не есть, секрет. Есть такое. Да, поэтому, но все-таки футбол, да, что-то или что-то еще. Ты сомневался, Черданцев, ты меня первый день знаешь. Я нет, но люди-то, может быть, не знают, может, ты таишь свою любовь к футболу. Так, ну хорошо, Оксана все-таки по футболу, но я еще хочу сказать, что наша акула участвует в битве поколений на Муз-ТВ, между прочим. Абсолютно верно. Да? Это был очень жаркий батл, сама хочу посмотреть на то, как я... Ну, не буду не открывать заранее, в общем, смотрим Муз-ТВ. Ну, а мы сейчас посмотрим, какой же вид спорта выберет наша лотерея. Внимание на экран. Ребята, очень попрошу вас не стоять на месте. Это конный спорт, Оксана. Пойдем, пойдем поищем тебе подходящую лошадь прямо сейчас. Тебе пойдет. Это как в анекдоте, когда тысячу лет, значит,
принцесса ждала принца. Стук в дверь, она открывает. Он говорит: это же я, принц, на белом коне. Она говорит: коня-то я вижу, а где принц? Пойдем поищем принца или коня, кого-нибудь найдем. Ребята, спасибо, хорошего вечера, настроения вам и сил. Акула! Ну а мы едем дальше. И внимание на экран, кто же у нас?